мамины туфли! Мама, братья! Все сразу, все, ничего нет! Они лежат, просто лежат, там ничего! Я открываю, там туфли! Мамины туфли! Взрослая драма глазами детей. Из самого сердца, из недр эмоционального поля, все чувства, напоказ, на всеобщее обозрение. Они не боятся казаться глупыми и непонятными, они проживают каждое слово, живут на сцене. Маленькие дети, но уже большие артисты в 21 веке рассказывают историю из 1943-го. Я чуть-чуть помоложе иду, чем остальные герои. Иду как маленькая, ну, не совсем маленькая, озорная, но еще... Хочу вот немного в детстве, сильно ранимая, молодой персонаж. Мы представляем такую военную, как сказать, военную тематику. Я там выступаю в роли Тамары, которая 19 лет, она любит стихи. И вот мы стираем, мы такой батальон прощенный. В 5-м городском фестивале «Театральный Олимп» приняли участие 42 детских коллектива. Лучшими оказались 15. Ребята от 7 до 18 лет прошли огромный путь. Репетиции, заочный конкурс, финал. Также коллективы приняли участие в областном конкурсе «Легенды Жигулей» и заняли достойные места. Очень приятно видеть ребят, которые становятся номинантами на лучшие актерские работы не первый год. Вот я смотрю на ребят, которые приходят. На протяжении 5 лет вот мы отсматриваем, как они с самых маленьких уже до юношей, 16-17-летних. Многие детские театры в этом году сконцентрировались на военной тематике, посвятив свое творчество 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В торжественной обстановке наградили лучших в номинациях драматический, музыкальный, кукольный театр, театр эстрадных миниатюр, пластики и жеста, цирк и оригинальный жанр. Марианна Мирная, Константин Головин. События.